можешь сказать, что был покорен. Но сможешь ли ты повиноваться до самой смерти? Ты должен следовать до конца, независимо от того, что ждет тебя впереди. Не теряй веры своей, несмотря на окружение и на то, что происходит вокруг тебя. Будь как Иов, покорным до самой смерти. Будь как Петр, люби Бога в наивысшей мере. Ты должен быть как Иов, будучи неимущим, с плотью, наполненной болью. Он никогда не оставлял имя Иеговы. Ты должен быть как Петр, любящий Бога до самой смерти, даже на кресте, вплоть до издыхания последнего. Не теряй веры своей, несмотря на окружение и на то, что происходит вокруг тебя. Будь как Иов, покорным до самой смерти. Будь как Петр, люби Бога в наивысшей мере. Петр не думал о перспективах своих. Он не лелеял надежды славные, не имел желаний чрезмерных. Он стремился лишь Бога любить, которому он служил, повинуясь всем устроениям его. Не теряй веры своей, несмотря на окружение и на то, что происходит вокруг тебя. Будь как Иов, покорным до самой смерти. Будь как Петр, люби Бога в наивысшей мере. Таков стандарт, которого ты должен достичь, прежде чем сможешь считаться несущим свидетельства, прежде чем станешь усовершенствованным после того, как будешь покорен. Не теряй веры своей, несмотря ни на что. Будь как Иов, покорным до самой смерти. Будь как Петр, люби Бога в наивысшей мере.